Приветствую вас. Ну, совершенно очевидно, мне кажется, что здесь дело в воспитателях новых, которые пришли. И, соответственно, речь идет о том, что как-то они вот на вашего ребенка повлияли. А здесь нужно, наверное, преследовать взаимодействие ребенка и, собственно, воспитателей, вот, смотреть на то, как он их воспринял, да, если ребенок разговаривает. А вот, проспрашивать его о воспитателях. И, собственно, ну, совершенно очевидно, да, что, ну, что что-то изменилось, что-то поменялось. Вот. Эти изменения, они не могли произойти из ничего. Да? Если у ребенка случилось истерика, значит, вероятно, что-то изменилось. Вот. Вероятно. Что-то произошло. И, собственно, нужно, конечно, поисследовать этот момент, что именно произошло. Вот, чтобы ребенку помочь. Потому что, ну, сами, я надеюсь, вы понимаете, что что пока нет такой информации, вряд ли можно будет помочь вам что-то сделать с ребенком. Вряд ли можно будет помочь, потому что информации очень мало. Вот. То, что я могу сказать вам. Это очевидно, что ребенка напугали, очевидно, что ребенок почувствовал себя незащищенным, очевидно, что ребенок воспринял негативно вот, собственно, воспитателей, да, вот, изменения какие-то в регламенте. Ну, в регламенте работы, в регламенте процесса детском саду, вот, и прочее. То есть очевидно, что что-то вот, ну, что-то здесь ребенком воспринялось негативно. Вот. Ну, другой вопрос, что именно, да, негативно, и можно ли это исправить? Ну, конечно, можно, но тут нужно взаимодействие, на мой взгляд, конечно, и детского психолога, вот, то есть нужен детский психолог, и здесь нужно, конечно, и ваша помощь, вот, то есть именно ваше желание помочь своему ребенку преодолеть те трудности, которые у него сейчас возникли. Вот. Но, конечно, вообще истерика — это очень нехорошо. Потому что истерика свидетельствует об определенной неустойчивости
ребенка об определенной неустойчивости его психики. Вот, и что позволяет говорить о возможных проблемах вне контекста вашей проблемы. То есть, возможно, мы говорим здесь о том, что у ребенка еще до того, как пришли воспитатели. Вот. Были определенные трудности с с взаимодействием неким. Вот. И если это так, то эти трудности нужно уладить. Вот. Но в целом ребенок не чувствует себя защищенным. В целом есть у ребенка проблемы собственной защищенности. И я думаю, к сожалению, что тут в том числе вот, из вашей семьи. Вот. Пришло. То есть вот где-то где-то в вашей семье ребенок увидел основания для того, чтобы чувствовать себя таким образом. Вот. Так что я думаю, необходимо проанализировать то, какие у вас отношения с ребенком, почему вы, например, его направили вообще в детский сад, да, то есть контекст этого какой, вы ребенка хотели социализировать, например, или у вас какие-то другие были идеи, какие-то другие были желания. Вот. Но в любом случае это нужно разобрать. В любом случае, потому что момент этот достаточно важен для нас с вами, если мы хотим оказать ребенку помощь. Вот. То есть готовьтесь к тому, что проблема не только у ребенка, да, но и у вас тоже. Вот. То готовьтесь к тому, что ребенок воспринимает как-то вот вероятно негативно то, что вы делаете, то, как вы себя ведете. Вот. И возможно, это то, что вот как бы нужно будет корректировать в процессе
психотерапию, профессию психотерапевтического воздействия, потому что состояния, при которых ребенок не чувствует себя защищенным, да, не возникает на ровном месте. Вот. Имейте это, пожалуйста, в виду. Вот. Я очень прошу вас, имейте, пожалуйста, это в виду. Вот. И, значит, старайтесь организовать свою дальнейшую направленность действий, исходя именно из этого, исходя именно из того, что требуется анализ семейных отношений. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обязательно покажите ребенку детскому психологу, если у вас есть возможность. Вот. А сами обращайтесь к специалистам для оказания вам помощи. Всего вам самого доброго и удачи!